Борщ, славянский суп борщ, объявили всемирным культурным наследием Украины. Вы можете меня спросить, ну, Татьяна, ты же русская, что ты об этом думаешь? Может быть, ты считаешь, что борщ – это исконно русский суп? Давайте обсудим этот вопрос. Вы, возможно, пробовали уже борщ. Это такой красный суп красного цвета. Почему он красный? Потому что один из главных ингредиентов в борще – это свекла. Кстати, несколько интересных фактов. В Украине и в России тоже есть так называемый индекс борща. Это сумма, денежная сумма, которую используют, чтобы сказать о реальном курсе гривны или рубля. И это сумма, которую мы должны заплатить, чтобы приготовить 4 литра борща. 4-литровая кастрюля. Это как, например, в Америке или в других странах есть индекс Биг Мака. Сколько стоит Биг Мак в местном Макдональдсе. В Украине, в России есть индекс борща. Сколько стоит для человека приготовить кастрюлю борща. Еще один интересный факт. В Америке, недалеко от Нью-Йорка, есть так называемый борщевой пояс. Это место, где раньше были курорты. Курорты – это место для отдыха, которые были построены иммигрантами-евреями, которые уехали из Советского Союза. И чтобы говорить об этих людях, о местах, где они любили отдыхать, используют термин «борщевой пояс». Если посмотреть на фотографии этих санаториев, это очень необычно, это такие старые места старого стиля. Так что же я думаю об этом? Дорогие друзья, честно вам сказать, я абсолютно нормально к этому отношусь. Конечно, бывают моменты, когда на вечеринке, на ужине, например, я готовлю борщ, и моя украинская подруга может сказать: это украинский суп, это не русский суп. И я должна что-то придумать. Но на самом деле я считаю, что ничего здесь страшного для России, для русских нет. Кстати, когда я была на Ближнем Востоке, я заметила, что та же история с хумусом, что евреи говорят, что это их национальное, палестинцы, что это их национальное. То есть вот это блюдо такие провоцирует дебаты. Также и борщ немного. Не только в Украине, в России, также в Польше, в Молдове есть свои версии борща. Но у меня есть, дорогие друзья, тест. Когда мне говорят о какой-то новости, о каком-то факте, я делаю тест, то, что я называю тест Харари. Есть такой писатель, автор, Юваль Харари, и он написал очень интересную идею в своей книге. Он написал, что когда есть какой-то факт, это что-то виртуальное, абстрактное или что-то реальное, какая-то идея. Мы должны посмотреть, страдает ли человек или животное от этой идеи. И когда я слышу, что теперь борщ официально это украинское блюдо, я не вижу, для кого это большая проблема. Я также могу готовить борщ в России, в других странах, во Франции. Никто не запрещает готовить борщ. И никто не умирает из-за того, что борщ теперь официально украинское блюдо. Поэтому я считаю, что это не стоит каких-то дискуссий, дебатов. Это никак не меняет реальность. И хорошо, что культура, кухня получает такое внимание от культурного наследия. А вы, дорогие друзья, пробовали ли вы уже борщ? Где вы его пробовали? И как вы думаете, нужно ли вообще блюдо закреплять за какой-то страной? Закреплять, закрепить, значит сказать, что вот это только здесь, это блюдо, национальное блюдо этой страны. Пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайк, если вам нравится такой формат, где мы
обсуждаем какую-то интересную новость. Подписывайтесь, приходите на мой сайт, вступайте в клуб «Русская дача», чтобы получать видео и подкасты каждые 5 дней. До скорого, приятного аппетита, пока-пока!